Пожалуйста, сзади моего сына, семилетнего. Пожалуйста. Господи, обращайте все внимание на меня. Я не обкурился, я не наркоман. Я не наркоман. Видите, у меня документы. Мои документы кому-то нужны. Давайте, да. Свои документы. Может быть, я перепишу вашим. Да, конечно. А вы можете... Да не снимайте вы, мужчина. Назовите всех, кого вы помните, кому вы хотите обратиться. Я вообще никого не помню. Давайте мы помощь окажем без вас. Хорошо, вы же не медработник. Вы же не медработник. И не надо вопросы задавать. Хорошо? Мы какие нужно, вопросы сами зададим. Вы не медработник. А почему вы нарушаете его в правах? Он хочет сообщить информацию. Я сейчас все заберете. Да ничего тебе не заберете. Вот понятые. Я вообще не за что. За что? Я вам говорю, у нас люди здесь проходят. Ну вы отойдите в сторону. Вы в сторону отойдите. Вам уже сказали не раз. Я проходил. Я буду паспорт не сорвать. Можете люди меня послушать на самом деле? Я просто не знаю, как я оказался. Что со мной произошло? У меня маленький 7-месячный ребенок, на самом деле. Пожалуйста, ради бога, нет. Я никому сейчас уже не верю. Слышь, ты пойдешь? Я верю только своей жене, но не люблю. Слышь, она через полчаса. Я мать одна. Я отец военный, погиб. Голодный, просто не знаю. В каком ресторане? Морпитание работает в ресторане. Миш, пойдем на скорую. Название четко. Пойдем. Ресторан. Мужчина, вы. А почему вы блокируете информацию? Он хочет сообщить, какая информация. Какая информация? Я пришел с ночи. Вы мешаете работать. Работать мешаете, понимаете? Почему не работаете? Давай мы сотрудники отойдем, ты со скорой только пойдешь. Сейчас мы хотим выяснить, что с тобой произошло. Ладно, что нам доверься, ладно? Мы выясним и будем. Все понятно, ладно? Хорошо. Пойдем, Миш. Пойдем. Все, пойдем. Никто тебя не тронет, никто ничего не сделает.
пожалуйста, на скорую помощь, пожалуйста. Пойдем. Пожалуйста.